Красный угол, добро пожаловать, боец из России! Приветствуйте Ильяс! Ильясов! Первый боец в синем углу. Ему 19 лет, рост 173 сантиметра, вес 69,1 килограмма. Его профессиональный рекорд 6 боев, 5 побед, включая 4 победы нокаутом и только одно поражение. Представляющий Давид Кире Тим и ведомый четырехкратным чемпионом мирового гран-при К1 в супертяжелом весе. Leading by four-time heavyweight K1 World Grand Prix heavyweight champion Sammy Shield, Lado, Gibosonia, Грузия. И его соперник в красном углу. Ему 20 лет, рост 185 сантиметров, вес 70,7 килограмма. Его профессиональный рекорд 3 боя, 2 победы, 1 поражение. И он представляет бойцовский клуб «Ахмат» из России. Встречайте, Ильяс Ильясов! Рефери поединка Александр Березкин. Файтер, come to the center. I wish good luck and the winner the best fighter. Okay? Yes. You are ready? You are ready? Time! Первый раунд. Break. Back!
Закончим первый раунд. Yeah.
Okay? Time! Fight! Итак, дорогие друзья, в этом поединке раздельным решением судей победу одержал Лато Гибосония! Грузия! И аплодисменты его сопернику Ильясу Ильясову!